Чуть больше месяца осталось до того, как Чувашия примет на своей земле международный форум «Россия – спортивная держава». Организационные вопросы по рекламно-информационному обеспечению и обслуживанию гостей сегодня обсудили на очередном заседании в Доме правительства. Подробнее в нашем следующем сюжете. Сейчас идет активная подготовка к форуму. В средствах массовой информации уже транслируются аудио и видеоролики. В городе предполагается разместить баннеры с символикой мероприятия, а улицу ждет масштабная реконструкция. Планируем закончить, значит, так сказать, благоустройство вот той территории, которая рядом с Издюшор номер 4, где хоккейный стадион, там, где у нас был развалившийся тир. Закончить набережную от Парковой к спорткомплексу. Там Чуваш Автодор на сегодняшний день ведет работу, в принципе, усиливает работу. Надеемся, что тоже закончит. Помимо рекламы международного форума, Михаил Игнатьев поднял вопрос по работе потребительского рынка и по оказанию услуг приезжим. Гости должны видеть на прилавках магазинов товары регионального производителя. Потом, касаясь чувашской продукции, это понятно, значит, но вода чувашская везде должна быть. Я вот сейчас объехал места торговли, и где общепит, везде предлагают дорогостоящую воду и не нашу. В каком подвале все это разлито, ни один сотрудник не может сказать. На заседании глава республики оценил готовность проведения форума. Недостатки есть, но в ближайшее время они будут устранены. На днях в Чувашию приедет комиссия, которая утвердит эскизы брендированной одежды, и уже после этого будет развернута полномасштабная рекламная кампания. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.